В городе Шардаре Южно-Казахстанской области построили новую школу для учащихся младших классов. Расположена она в густозаселенном микрорайоне Мельдебек. За последние годы число учеников в этом районе резко возросло, и школы оказались перегружены. Местные власти приняли решение построить еще одну. На ее строительство из областного и районного бюджетов выделили около 300 миллионов тенге. Сейчас в распоряжении детей почти 2000 квадратных метров. Школа рассчитана на 520 учеников. В новом здании большой спортзал, мультимедийный кабинет, актовый зал, как театр. Когда родители с детьми впервые вошли в новое здание, у них было столько восторга. Действительно, все воспряли духом. А учителя наши даже шутят. Когда выходим на улицу, мы оказываемся в Шардаре. А когда входим в школу, мы будто в Астане, как в столичной школе, просторно, светло.